Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание под номером 927. Нас просят найти наименьшее целое число, при котором верно неравенство. Запишем первое неравенство. X больше, чем минус 9, но меньше 3. И мы ищем наименьшее целое число. Давайте вспомним, какие числа относятся к целым числам. Все натуральные числа, противоположные им числа и число 0. Мы знаем, что все отрицательные числа меньше, чем положительные числа. И все отрицательные числа меньше 0. Поэтому наименьшее целое число мы будем в данном случае искать отрицательное. Но при этом оно должно быть больше, чем минус 9. Значит, у этого числа должен быть модуль меньше, чем у числа минус 9. Поэтому ближайшее число целое – это будет минус 8. Модуль минус 8 равен 8, модуль минус 9 равен 9, 8 меньше, чем 9. Значит, минус 8 больше, чем минус 9. И это наименьшее число целое. По цифре 2. Мы ищем такие значения x, которые были бы больше, чем минус 10. Но при этом из них нам нужно найти только одно число. Наименьшее целое число. Наименьшее целое число, которое удовлетворяло бы данному неравенству, являлось бы целым числом, и при этом наименьшим, в данном случае это будет число минус 10. Потому что все остальные числа, они будут больше, чем минус 10. Поскольку у нас неравенство не строгое, то их сможет быть равен минус 10. Третье задание. X больше или равно минус 2,6. X наименьшее целое число. Итак, неравенство, опять же, не строгое, то есть x может быть равен минус 2,6. Но минус 2,6 не является целым числом. Поэтому ближайшее целое число, которое больше, чем минус 2,6, это число минус 2. Минус 2 имеет модуль 2. Минус 2,6 имеет модуль 2,6. 2 меньше, чем 2,6. Значит, число минус 2 больше, чем число минус 2,6. Вот мы и справились с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео, а также заходите в наши группы в соцсетях.